признательны таджикской стороне за помощь в организации второго бизнес-форума «Беларусь-Таджикистан-Афганистан». Рассчитываем, что практика проведения таких мероприятий продолжится, появится новое интересное предложение по взаимодействию в трехстороннем формате. Владимир Владимирович, этот формат ни в коем случае нельзя исключать, его надо расширять, как бы ни было сложно. Афганистан – огромная страна. Эммали Шарипович говорит о том, что Афганистан нуждается в тех товарах, которые мы можем произвести в Душанбе и в других городах Таджикистана, а может быть, потом и в Афганистане. Поэтому это направление надо развивать.